Всем привет! Сегодня 10 ноября. На улице еще тепло относительно, где-то около 5 градусов тепла. Я решил закончить благозарядковый полив, совместить это с подкормкой на зиму винограда. Так, я уже начал копать яму. Выкопаю яму по обеим сторонам, чтобы как раз засыпать удобрение или гной в область росяных корней всасывающих и залью водой. Копаем примерно на ведро воды. Берем такой. Так, это наш охранник гавкает. Все-таки дача. Сердитый такой охранник. Поскольку это двухлетка, я ее пересадил сюда на ПМЖ. Это месяц назад. Корни еще не образовались, морковковидные, стержневые. Поэтому будем делать упор на мелкие сосущие корешки. Так, у меня тут еще куст анюты, поскольку между ними около 2 метров посередине, я думаю, будет вполне логично. Я буду делать благозарядку и яму с удобрением для сосущих корней. Еще учитывать, что тут еще один куст, то 3 зайца сразу убью. Хороший яма. Одобрение. Ну, тут, конечно, поскольку здесь 2 куста рядом у меня, анюта и блейхетландского дачника, посередке я решил удвоить дозу на 2 куста. Вырыл поглубже на 1,5 штыка, потому что плохая земля. Более хоть и не глубоко, но земля почему-то очень плохая. Вот здесь у меня 2,5 ведра конского сыпца. У меня еще, как говорится, его много. Вот, так что я его, это на 2 куста. С этой стороны достаточно на ведро. Поскольку я совмещаю с благозарядкой, то и сюда, пока не зарывая, вода пройдет, питается. Дождик был, но промочил. Всю ночь шел дождь, даже еще и с вечера. Но промочил буквально на 10 сантиметров. Очень плохой был дождь. Скудный. То же самое сейчас и здесь. Вот 2,5 дозы, 2,5 ведра. Думаю, хватит мне годика на 2-3 удобрения. По весне немножко курятины дам. Так, ну вот, вода уже практически питалась. Буду зарывать на всякий случай, вдруг опять мороз ударит ночью неожиданно, как обычно. Обещают -1, приходит сюрпризом -8.
бывает и так. Все, сядет. Ну, пристольник я, конечно, прямо сейчас немножко окучу, чтобы было ко мне теплее. И чтобы вода там не собиралась, соберется вода, замерзнет и будет пердык моему кустику долгожданному. Поскольку двойная доза конского перегноя, соответственно, двойная доза и воды. Вот, можете сами посмотреть, всю ночь был дождь, вот граница нам мокрого. Буквально даже 10 сантиметров не было, вот видно вам, да? Вот. Плохой был дождь, скупой. Все, питается. Дождусь, пока питается, и буду засыпать. Надеюсь. А хотя осенью воды мало не бывает. Наверное, еще сейчас ведро добавлю. Но думаю, на 2 куста должно быть нормально. Ну теперь я думаю, для 2 кустов будет достаточно. То есть снег, осадки, дождь. Осенние, учитывая это, думаю, будет неплохо. Ну все. Осенние работы на виноградники, можно сказать, завершены. Благо, зарядка с подкормкой. Если кому мое видео стало полезным, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!